Совсем скоро на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция». По сюжету с момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемый ныне Максимом управление по распределению душ работает как часы, никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход ОПРД отправляться в ад вместо рая. Очевидно, что здесь не обошлось без дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договор о продаже души. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина. Ведь посредник дьявола – никто иной, как возвращенный ею из ада бывший муж Николай. К своим ролям вернутся Павел Прилучный, Ирина Розанова, Игорь Миркурбанов, Федор Добронравов, Дарья Мельникова и другие. Премьера второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция» состоится уже 20 марта. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.